Закрытие и рекультивация мусорных полигонов, раздельный сбор мусора, переработка вторсырья и новая жизнь старым вещам. За последние несколько лет Московская область сделала большой шаг в сторону сохранения экологии. Опираясь на положительный опыт, регион готов к новому важному этапу – законопроекту о экологическом образовании и просвещении, формированию экологической культуры в Подмосковье. Эти темы обсуждались в усадьбе Гребнева, одном из самых живописных уголков нашего муниципалитета, и вместе с тем на территории обширного архитектурно-паркового ансамбля. Это место для проведения круглого стола было выбрано не случайно. Начало всей этой практической работы по законопроекту мы начали с экофестиваля «Экоидея» и проводили ее здесь. Поэтому приняли решение круглый стол здесь провести. У нас в практике осуществлено очень много. И новые отрасли созданы. У нас очень бурно стал развиваться бизнес, который идет в сферу переработки и уже предлагает свои варианты решения этого вопроса на практике. Депутаты Московской областной думы, представители региональных министерств и ведомств, сотрудники администрации округа, экологи-активисты собрались для обсуждения законопроекта. Каждому из этих людей есть что сказать, ведь именно они выступают с инициативами о защите окружающей среды, проектами, формирующими ту самую экологическую культуру населения. Абсолютно все отметили, добиться результатов благодаря инициативе возможно, но нужна основа, потому закон своевременен. У граждан есть возможность пройти по тем местам, где раньше выступала нога человека, не в ущерб экосистемам. Мы рассмотрели подготовленный законопроект, представленный редакцией, полностью поддерживаем, считаем целесообразным. Тематика экологического воспитания так или иначе вшита в рамках федерального государственного образовательных стандартов в целый ряд дисциплин. 80 тысяч детей обучаются по 3 тысячам дополнительным общеобразовательным программам, которые идут в блоки естественно-научной направленности. В проекте закона все изложено предельно четко и понятно. В части образования считаю необходимым поддержать. На связи с Московской областью в этот день были и другие регионы. Спикеры поделились положительным опытом. В их областях уже введены подобные законопроекты. В Подмосковье документ пока на стадии обсуждения. Необходимо учесть все нюансы, не упустить важного. То, что вопросы экологии волнуют многих, неоспоримы факты. Это благодаря работе неравнодушных людей, которые сумели привлечь внимание к проблематике и делают это изо дня в день. Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.